Что не так с русскими Казахстана, а? Понимают ли они казахский язык? Разговаривают ли они на казахском языке? Уважают ли они казахский язык? Вот об этом сегодня поговорим, леди и джентльмены. Ассаламу алейкум, с вами Сула, это Азмат Шоу. Сейчас я вам покажу небольшой отрезок, там я сделал небольшую вырезку, да, из одного видео, канала, который называется Нукте. Ссылку на этот канал я оставлю в описании под этим видео, там полная часть этого ролика, там больше 6 минут, я вам покажу сейчас около 2 минут. Давайте посмотрим этот видос, а дальше мне будет что сказать, но, друзья мои, кстати говоря, полезная информация для тех, кто еще не успел отдохнуть, слетать в отпуск, лето уже практически заканчивается, давайте глянем один видос и вернемся. Турагентство Тургрупп. Рассрочка до 24 месяцев. Бесплатное такси Яндекс до аэропорта. Проводим и встретим вас с комфортом. Туры без наценок. Скидки до 64%. Довольные и постоянные клиенты рекомендуют нас друзьям и знакомым. С нами комфортно, надежно и безопасно. Консультации и рекомендации в выборе тура под ваш бюджет. Звони нам и полетели. Ссылки на социальные странички компании Тургрупп, номера телефонов, адреса, вся эта информация будет в описании под этим видео. Скажите, что от меня получите небольшую скидку. Ну а теперь возвращаемся. Давайте глянем видос, да? А после этого мне будет что сказать. Поехали! Не айтайын саған, жанымау, не айтайын. Колда барда алтынның қадыры жоқ. И сейчас вы учитесь в казахской группе, да? Да, я сейчас учусь в казахской группе и планирую также заниматься вот казахской журналистикой на казахском языке. Как вам? Это комфортно для вас? Да, для меня это комфортно, потому что я думаю, если бы я пошла на русскоязычную журналистику или, например, на другую бы профессию, мне было бы куда сложнее, чем на казахском. Потому что к казахскому языку я привыкла, иногда я даже на нем думаю, и поэтому... Мне комфортно, удобно. С малых лет вот мы дома разговариваем по-казахски, Дамир у меня понимает, а Дарина у нас понимает, а Яся понимает по-казахски. Ну и Игнат у меня тоже по-казахски разговаривает. Слышишь меня? Нет. И Дамир? Атагайда. Жоқ па? А, видите, нет. Атагайда. Ашигайда. Где Аши? Нет. Игнат, аяғын жудың ба мәзен бүгін? А? Кәні? Мынау не? Қыр-қыр. Не істедің бүгін? Айтшы маған. Айтсай? Назад сөйкіп па. Айтсай, не істедің? Игнат. Чо молчаш? Айтарыл папе помогал. Қажыс айтсай? Не істедің сен? Не қаздың? Не қаздың айтсай? Аку не істедің. Казах мектебінде бітіргем. Супруг у вас русский, да? Да. Казахский? Он казахский знает? Да, он знает. По-казахски разговаривает. Я так понимаю, что вы с детства, да, с детьми общались на казахском языке, да? Я. Казахша оқыдым. Казахша бітіргем с мектепті. А вы в душе казашка, да? Да. Да, я казашка. Казашка, но русская, да? Да. Мое субъективное мнение. Да, вот таких русских, которые сейчас показали, не так много. Но, ребята, их гораздо больше, вот таких вот, которые разговаривают не вопрос, чисто, на казахском языке, больше, чем было в советское время. Или в конце, допустим, советского периода. Вот девочка в начале стихотворения читала. Закройте глаза. Я вот закрываю глаза, я не могу понять. То есть я вот закрытыми глазами 100% уверен, что это говорит казашка. Раз открываю, это русская девочка. То есть это вопрос не национальности. Такие русские граждане Республики Казахстан, они уже впитали нашу казахскую историю, культуру, традиции, язык. Все уже они
они не те русские, которые там. Россия для русских, Москва для москвичей. Нет! Это совершенно другие русские. Это законные граждане Республики Казахстан. Встретить в советское время русского человека, который разговаривает на казахском языке, это было, ребят, я просто помню это время, это была фантастика какая-то. Это было второе пришествие Христа. Сейчас это норм. Сейчас мы уже не так удивлены. Да, улыбнуло, приятно, но это не как тогда было. То есть это о чем говорит, ребят? Что вот та политика, которую выбрал наш Казахстан, наше государство, что государственный язык у нас, казахский язык, правильное. И с каждым годом, вот сейчас вот я думаю, то, что все, я прям уверен, то, что все русские Казахстана понимают казахский язык. Да, не поэмы там, что-то в этом роде, и там, я не знаю, там какой-то сложный технический язык, который даже я не особо понимаю, но бытовую речь я более чем уверен, что понимают все. И большинство из них еще могут как-то маломальски выражаться на казахском языке. И это заслуга как раз-таки нашей политики, политики нашего государства, о том, что государственный язык только один. О том, что бесплатное образование, которое дается в школе, 11 или 12 лет, сколько они сейчас учатся, на казахском языке. То есть есть уроки казахского языка. Это все вот, вот к этому пришли. 30 лет, больше только 34 года. И с каждым годом будет улучшаться эта ситуация с казахским языком. Через 10 лет я уверен, что вот как вот сейчас вот вы видели, да, женщины разговаривают на казахском языке. 10-15 лет все будут так разговаривать. Вне зависимости от национальности. К чему я это говорю? Я говорю к тому, к тем комментариям особо злобным, которые ищут, как говорится, пятый угол. Которые обвиняют русскоязычное население, граждан Республики Казахстан в предательстве, в потенциальном коллаборантстве, в потенциальном сепаратизме. Есть отдельные люди, есть и казахи среди них есть, много. Не только русские, давайте вот так. То есть не нужно нам людей делить по национальному признаку, по вероисповеданию. Вообще просто не стоит делить. Есть люди хорошие и плохие, вот это вот нормально. А все остальное, особенно если там, допустим, русские все такие, нет, ни в коем случае, вы сейчас видели это все. И поверьте мне, лет 10-15 будет совершенно другая ситуация. Нам нужно быть более терпимыми, даже не к нашим согражданам, а более терпимыми к своим комплексам, наверное, да? Я правильно сказал или нет? То есть поменьше агрессии, поменьше агрессии. Я считаю, что все идет своим чередом, все идет правильно, и даст Бог, опять же, 10-15 лет, иншаллах, у нас все будет хорошо. Так что не делим по национальному признаку, вероисповеданию, языковому, языку и все в этом роде. Только на хороших и плохих, окей? Оставьте свое мнение в комментариях под этим видео, давайте пообщаемся. На этом у меня все, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, Азмат Шоу, всем пока, салам алейкум, аривидерчи!